самые сливки русскоязычного кино и телевидения. Телеканал «Дуа-7». Подобрано специально для вас. Они изумительные психологи, но никак не могут разобраться с собственной личной жизнью. Вот в тот момент мне казалось, что это была очень хорошая идея. Это очень плохо. Я дала им шанс. Пороже ты не дала. Вика, Таня и Алина сближаются вновь, чтобы поставить диагноз не пациентам, а друг другу. Жаба ядовитая. Разрешите? Да-да. Комедийный сериал «Психологини» на канале «Дуа-7». Хочу на ручки. Нарушивших закон называют преступниками. В особых случаях – психами. Убийца профессионал, расследовать надо по горячим следам. Если Родион так тонко чувствует маньяков и предсказывает их действия, возможно, он один из них. Если в двух словах, он другой. Константин Хабенский и Паулина Андреева в криминальном триллере «Метод» на канале «Дуа-7». Скандальный тренер по волейболу Михаил Ковалев теряет работу из-за неуважительного отношения к женщинам. Единогласно. Вы что, мужики? Чтобы вернуть ее, ему приходится все начать сначала и вернуться домой к маме. Теперь вместо профессионалов он вынужден тренировать студенческую женскую команду. Павел Деревянко, Анна Невская и другие в сериале «Дылды» на канале «Дуа-7». Как может русский решить все свои проблемы в Лондоне? Все в порядке, абсолютно в порядке, не волнуйтесь. Очень просто. Нужно только обратиться в агентство «Лондонград». Ты кто вообще по жизни? Я же говорю, решать там. Сериал о том, как русские могут поставить на уши весь Лондон. Вы не волнуйтесь, агентство «Лондонград» на своих клиентов не подводит. «Лондонград» на канале «Дуа-7». Сенсационная мыльная опера дикой природы. Враждующие кланы. Тайные связи. Шокирующие беременности. Адские соседи. Новое поколение раскаляет страсти до предела. Премьера «Поместье сурикатов. Восхождение династии». По будням в 20:00 на Viasat Nature.